cold, never gonna say goodbye, no. Говоря состав, у нас сегодня был коллектив от ДТ. Хотя сейчас вот мог забивать Евгений Шрам, друзья, таких забиваем. Третья минута матча, Евгений Шрам открывает счет голландцу так в новом сезоне. Рипа с мячом в центре поля. Выигрывает Рипа, Рипа. Хорошая задумка, но исполнение от Максима сразу лучшего. Перевод направо, Коломийцев, друзья, вот так вот. Перевод Коломийцев 2-0. 2-0 на 5-й минуте матча. Конечно, на правом фланге можно было все сделать гораздо проще. Жирный, первый на мяче, но отбирает мяч у него футболист Геуса и делает счет 2-1, друзья. 14 номер Роман Гришин на 8-й минуте матча. Мануха проходит Шрама, но здесь... Рипа, одно касание головного партнера, Рипа, 1-0. Я хотел сказать первый гол, конечно, Рипа. Игорь Ницко. Едва-едва партнера, но не точно. Уже контратака делся. Ницко. Ну, этого парня мяч отобрать тяжело. Вот это да, друзья. Великолепный гол Игоря Ницко. Счет становится 3. А что мне говорит? Навяжут друзья. Я уходил. Мяч переходит. Гришин едва-едва. Ну что, видим сейчас суд. Геоса поменялся вратарь, а Дудет тем временем, друзья, пропускает четвертый мяч в свои ворота. Кузаров, Рипа. И вот снова выбивает мяч из-под ног Рипы. А сейчас верным голом в этом матче успел отметиться. Снова бил их стенку с партнером, и перекладина уже спасает ДТК, в то время как счет Геоса. Именно он заменил, кстати, Виталия Стефанишина. Максим Рипа. Ух, проверил на прочность. Угловой вводила команда в желто-черной форме. А сейчас Макса решил пробить. Максим, снова мяч. Да, пределы поля. Алексей Дренийский в ответ не попадает. Поворотом Рипа обыгрывает одного. Рипа обыгрывает вратаря, но добить мяч. Маноха в центре поля. Не спешит никуда этот футболист. Здорово обыгрывает двоих. 1-1. И... Что ж, друзья, последние секунды матча. ДТЭК их проводит в атаке. Рипа. Вот оно мастерство, друзья. С плотным ударом с носка на 38. И очередной стандарт для ДТЭКа. Здорово сейчас Рипа обыгрался со своим партнером. А Евгений Шрам, друзья, браво. Великолепный удар Евгения в ближнюю. ДТЭК уже впереди. Вот такая, друзья, в этом эпизоде. Евгений Маноха. Прямой или будет удар? Прямой удар прямо Максима Рипа. Дает финальный
свисток, который говорит нам о том, что Детек побеждает в этой непростой и очень интересной. Ну что, друзья, мы тем временем в прямом эфире с Кириллом Коломийцем. Кирилл, тяжелая победа. Да. Есть такое, что расслабились чуть после двух забитых мячей? Да, конечно, есть такое, что расслабились. Наверное, у нас не оптимальный состав собрался, многие заболели, сейчас вирус ходит и так далее. Больше, наверное, хотел бы обратить внимание на эту игру, она в целом разрушить интригу по поводу ТЭК-1 и ТЭК-2, всем объяснить, что это создано. Никакой фармы команды не будет, меняться не будет, максимум 2-3 человека будут переходить из первой команды для подстраховки во вторую. Созданы эти команды, чтобы мотивировать ребят расти, развиваться и так далее, поэтому одна команда основная заявляется на первую золотую лигу, а вторая команда дублирующая будет бронза, серебро, там как получится. Сегодня первая игра у второй команды, посмотрим, как она сыграет. Поэтому спасибо. Спасибо вам. Спасибо.